Сейчас я приглашаю вас в гости, так скажем, поскольку вот эти штольни – это наш подземный спелеологический дом. То есть они именно осваивались спелеологами с 95 года. И, собственно, все вообще, в принципе, подземелья, они по-хорошему должны посещаться людьми опытными. А если неопытный человек хочет туда пройти, то это должно быть какое-то экскурсионное оборудованное место. Но это я описал идеальную ситуацию. В Самаре немножечко не так. У нас официальное подземелье только одно, это бункер Сталина. Вот. А это вот мы будем посещать на страх и риск свой, да? Потому что это просто тупо заброшенная шахта, которая стоит заброшенная больше 60 лет. Поэтому вот я говорю, гулять мы там будем вот чисто по тем местам, которые мы, как специалисты, считаем безопасными. Ну, покажу вам наши классные там места, стоянки, то, что мы там сами строили, то, что от горняков осталось. Потому что по факту, да, вот если так рассматривать, это настоящий музей горного дела. То есть там столько всего сохранилось, что, ну, очень жалко, что это именно не оборудовано, и это приходит в упадок, разрушается. Ну, сейчас сами все увидите. Итак, значит, первый момент. Ходим за мной, куда я, туда и вы. Желательно след в след, если хотите, как сказать, по удобному пути идти. Удобный, все равно в кавычках. Ну, никуда не отделяйтесь. Не трогайте бревна, стены. В общем, просто ходим. Прям напугали уже. Естественно. Нет, естественно. Ну, ты вещь необходима, ее надо соблюдать, все правильно. Мне важно, чтобы вы потом, завтра сюда сами не пришли, не привели сюда друзей. Вот, то есть в сопровождении это должно все происходить. Сейчас мы с вами зайдем, запишемся в журнал и дальше немножечко проведем в темноте, чтобы глаза привыкли. И пойдем уже по маршруту гулять. Вот здесь, видите, плакат мы разместили. Потому что сюда все стремятся заходить, залезать. Это место стало очень популярным. Но, как я уже сказал, люди вообще не отдают себе отчет, куда они лезут. Думают, что это парк какой-то развлечений. Угу. Ну вот тут написано, как бы, что это такое и как здесь себя вести. Вот, а здесь еще журнал у нас. Записываемся в журнал. Чтобы, если что, нас могли найти потом. Спасательная экспедиция. Надеюсь, не понадобится. Правая – это правая часть, это левая часть. Мы будем ходить только по левой части. Она такая наиболее насыщенная разными экспонатами. Проходим через мостик над пропастью. Вот такой низкий потолочек здесь. Была очень активная, каждые выходные зимой собиралось человек по 200. У многих были свои лагеря, и поэтому тут такой подземный город прям существовал. Ходили друг к другу в гости, то есть жизнь кипела, и все друг друга знали, потому что... Это называется шпуры, которые бурились тут пневматическими буровыми молотками, и потом взрывники закладывали туда взрывчатку. То есть это все разрушалось при помощи взрывов. И это были, естественно, люди с образованием, они умели это делать. И вот, собственно, они формировали вот такое квадратное сечение коридоров. А они, естественно, получали здесь зарплату. Но когда уже это все лежало раздробленное,
работали здесь люди и подневольные. То есть весь тяжелый труд, низкоквалифицированный, выполняли здесь заключенные. Но советское руководство им сказало, давайте, короче, думайте, как чтобы ГЭС стоял именно тут. И не придумали ничего лучше, как создать проект, чтобы местные горные склоны обмазать глиной, чтобы вода не утекала в трещины. Вот. Ну, как бы этого ничего не сделали, потому что, во-первых, помешала война Великой Отечественной, а дальше уже нашли нефть на Самарской луке, поняли, что лучше ничего не затапливать, и после войны ГЭС построили уже там, где она сейчас. И это было самое лучшее место еще в 30-е годы, которое геологи нашли. Взрывы были очень мощные, да, естественно, гору трясло, вот тогда все разберут. Вот, сейчас же она стоит спокойно, поэтому факторов провоцирующих. А пустота примерно таких же габаритов, что и штольня, переместилась наверх, да? То есть вот такое явление называется гравитационное всплытие. Как-то подсветить? Да нормально все, мне кажется. А, Петр, скажите, где мы сейчас находимся? Вообще непонятное место какое-то. И что вы можете сказать будущим посетителям этого места и вообще жителям Самары, Самарской области и всей России? Мы находимся в очень крутом месте. Можно сказать, одна из визитных карточек уже Самарской области – это Сокские штольни. Потому что подземная Самара – это очень такой яркий, но еще не до конца раскрученный бренд Самары. Поскольку у нас подземелий просто, как говорится, несметное количество. И в городе, и в Жигулевских горах, и вот тут, рядом с городом, те самые Сокские штольни. И поэтому здесь наше подземное такое пространство, потому что я спелеолог, и у нас в городе большое спелеологическое сообщество, которое все это изучает. То есть откуда эта вся информация? Вот мы ее добываем. Копаем, ищем. В принципе, рады всех будем видеть, но с учетом, естественно, мер безопасности. То есть эти подземелья, они сложные. Для обычного посетителя это нечто опасное. Поэтому, если хотите как-то погулять здесь, увидеть эту красоту и необычность, то найдите сопровождающего. Мы идем по подвесному мостику через пропасть. О! Как он шатается. Стой, фонарик, а что снимаешь? А, я уже снимаю, да. Мы в затерянных сталагмитах, где-то глубоко под землей. Вот такая пещера сталактитов, сталагмитов. Меня зовут Олег, Богатырев фамилия, да. Мы сегодня совершили небольшую прогулку по Сокским штольням и Сокскому карьеру. Очень душевно, очень хорошо. Видели дух пещер, видели сталактиты. Сейчас вот идет отличный белый пушистый снежок. И на этом наша прогулка еще не заканчивается. Впереди гора Тептяр.